На что потратить жизнь? Уж точно не на наркотики. Волонтеры со всей области съехались в детский лагерь «Жигули», чтобы в игровой форме убедить детей – наркотики – зло. Я считаю, то, что в здоровом теле здоровый дух, как известно. И хотелось бы, чтобы за нами тоже натянулись ребята и уже пропагандировали это все в своих учебных заведениях. С этим согласны и в наркоконтроле. Акция проходит по инициативе общественного совета, который работает при ведомстве. Среди молодежи должны работать в первую очередь сама молодежь. То есть как сверстник сверстнику должен, например, разъяснять и показывать своим личным примером, что такое хорошо, что такое плохо. А спорт, как известно, это самое лучшее средство профилактики наркомании. В Самарской области на учете в областном наркодиспансере состоят более 30 человек, больше половины – молодежь. Волонтеры со всей Самарской области помогают пропагандировать здоровый образ жизни. Они регулярно проводят антинаркотические акции в детских оздоровительных лагерях. И в обществе, и в нашей стране необходимо работать над тем, чтобы люди учились быть здоровыми. Не только даже молодежь, но и в том числе люди любого возраста. Это важно для нашей с вами жизни. И здесь сообща мы работаем в этом направлении. В акции приняли участие порядка 200 человек. Для детей провели профилактический брейн-ринг, ролевую игру «На что потратить жизнь». По итогам конкурсов подросткам вручили памятные сувениры. Павел Баймаков, Глеб Васильев, Дмитрий Мешканцов. События.